Да будет свет! О, видите, как я уже светом научился управлять. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Всем привет, всем привет. Вы на мистическом канале «Пиратская жизнь». Здесь курица пропадает за 20 минут. Здесь фрукты исчезают. Да, но укроп остается. Но укроп остается, да? Да. Все это в губах кого-то. В углу. Это я ела. За кадром. А вы что думали? Я за кадром не жру. Жру. Ребяточки, всем привет. Мистический канал «Пиратской жизни» на Ивовчик. Да-да-да-да-да. Давай это. Давай, зомбируем. Давай, так, руками. Вторую руку тоже. Давай. Зомбируем. Зомбируем. Самый зомбо-канал. Давай. Короче, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Салат у меня с авокадо, у Вована без авокадо. Картошечка, запеченная с курочкой в сливках. Не в сливках, а в сметанке. Сливка, сметанки. Сметана, сливка и так далее. Смотрите. Во всем сразу. Красота. Вкуснота, красота. Ой, сейчас накладывала. Прям так вкусно. Обалденно. Кстати, по-моему, самое вкусное, что можно сделать. Просто вот поднись картошечку. Я была, что, опять там где-то? Что? Опять, да? Нет. Поставь себе с другой стороны. И все удобнее будет. Вот так вот. Смотри. Хоба. Вот так вот. Хоба. И все. Ну, так удобнее. И ты сейчас опять всю скатерть за фаршмач. Нафиг, нафиг. Оформи салфеточку. Спасибо. Вот тут фунчик, да, и крякает. Ну, знаешь, что там на улице. Непонятно. Скрякает только в одном случае. Слушайте, хотела сегодня с парем купить ежевику. Угу. Такая крупная, красивая. Взяла 5 ягодок. Ну, я думаю... Ценник не полетел, ничего. Ценник, кстати, ценника не было. Он красиво сейчас разложу. Будет так красиво, красивый мой банк, все дела. Подходим, начинаем пробивать. Девочки, 4500 за килограмм. Я говорю, чё? У меня там, короче, пакетик 98 грамм, но 400 с лишним рублей. Я такая, чё? А можно её убрать? Потому что там было 5 ягодок. Я подумала, блин, я смог банка меньше заработаю, чем будет стоить эта ежевика. Честно, очень хотят. Представьте, что здесь вот кроме клубника ещё ежевика. Угу. Чёрненькая такая. Ну, блин, очень дорого. Просто прям как нереально дорого. 4500, обалдеть. Жопа какая-то. В общем, короче, вот. Клубника, кстати, по 59. 590 за килограмм. И то, стояла, выбирала. Вся какая-то помятая, побитая жизнью. Угу. То есть вот это то, что вы видите, это 100 с лишним рублей. Это 100 рублей, да. Виноград, а то дешевле. Хотя здесь почти килограмм. Кишмиш 300 рублей килограмм. Мясо взяли дешевле. Да, вообще обалдеть. Ну, честно. Взяли говядину на супчик. И взяли свинину. Вырезку. Вот какой что-то. В горчичке. Запечь. Ну, как вместо колбаски, так, знаете, порезать. Вот. Мясо на 500 рублей получилось. Мясо, говядина. И это. По полкило взяла. Полкило это говядинки на супчик. И полкило две вырезки получилось. Ну, они маленькие, худенькие. Представляете? А тут какая-то ежевика. 100 грамм. Капец. Короче, жесть. Вот такие цены. Поможешь. Угу. А что, брали? Груши, извините. Ну, это дорого. Голубики надо было взять. Надо было бы дешевле. Ну, это холодно. Очень холодно. Ну, прям, знаете, если пока готовила,
Ну что-то здесь согрелось, там согрелось. Немножко как-то согрелось. А до этого вот сидела, записывала вам видео про эти вопрос-ответ. И прям, знаете, прям замерзла. Реально. Мы все уже включали отопление. С хуями. Опять помогает. Ну, он подумал, в носках ходит. Прикиньте. Замерзденький. Лето прошло, не успел начаться. Надеюсь, конечно, будет получше, но... Еще весна тут будет. Я помню, лет так 6-7 назад, на Вовкин день рождения, 5 июня, шел снег. У нас, прикиньте, реально было такое. Вот так. Июня. А ночью не видно. Заморозки, да. Минус 2, да? Да. Минус 1. Что, видите, не потеем, можно лишний раз не мыться. Ничего, кстати, был сегодня вопрос, сколько раз мы моемся. Посмотрите мои ответы в предыдущем видео. Что у него шеи? Моемся как ей, но полоску. Да. Да, нам еще говорят, что мы как-то не моемся. Удивительно, люди. Но не запахи, это видно через интернет, через экран. Дать какой-то супер-пупер телефон. Курочка. Сырочки. Салат не предлагаю доесть, потому что знаю, что ты авокадо не ешь. Ты ешь сама. Вот видите. Вот так я отучилась докармливать авокадо. Он-то вообще не ест. Вот был бы он без авокадо, предложи, да я бы. Вот так я. Все так вкусно, то есть не хочется ему ничего давать. Курочку будешь? Лишнюю. Будешь кусочек? Я подумаю. А, видите, не отказывайся. Бля, курочка. Видите, он съест, но я ему не дам. Там, кстати, вопрос был. Какие качества ты во мне ценишь? Я не успел на него ответить. Ты во мне, я в тебе. А ты во мне. Я про твои ответы. Да. У тебя ты те же самые. Те же самые? Угу. То есть все тоже большой и длинный, да? Да, да, да. Волосатость повышенную, да, тоже любишь? Ценишь? Да? Ты не говорил такого. Ты любишь мой грубый голос. И когда меня бьют, да? Тебя бьют, точнее. Берешь тебя. Не, я так и сказала. Я люблю, когда он меня бьет. То есть ты так же любишь, когда я тебя бью. Лужик ты. Нет. Вот тебе крест. Да, да, да. Ты все-таки что-то во мне любишь. Ну скажи. Давай. Я уже все сказал. Не, ну раз ты со мной, то знаешь, все-таки что-то любишь. Любишь, я, наверное, не взрываю мозг, хотя нет, я это именно делаю. И чё ещё? Кушать любит. И прочее, прочее, прочее. Лимонадик, кстати, хотели купить. Купили. Какой? Такой. Лимонад. А, то есть ты вот это любишь?
Это что я тебя поддерживаю в влюблении в лимонада, да? О, лимонада Фил. Фу. Лимонада Люб. Ну, фу, таким быть. Сама такая. Девки, признаюсь, сама люблю. Ой, не могу. Я люблю. Ты помнишь, как это? Любовь и голубя. Пироги любишь. Вася, да я их сама люблю. Вот тебе крест. Слушайте, курица прям вообще. Ой. Вот спрашиваю, почему я показываю? Ну, смотрите, вот здесь вы даже не понимаете, насколько она вкусная, да? Что она вот сырочком там вся, видите, вот так вот сырочком. Вот. Сметана. Вы не видите ее, да? И вы не понимаете, что она вкусная. А я вот ее показываю, говорю, смотрите, как это. А бывает очень аппетитно, да, так смотрится. Поэтому дело, что я не показываю, потому что, типа, смотрите, у меня есть курица. Это смешно. Это из разряда, смотрите, у меня есть клубника. Клубника. Хотя, на самом деле, в наше время по таким ценам можно и похвастаться клубникой. Хотя нет. А здесь я ежевику все-таки купила, то да. Одна полтинник стоит. Нет, даже нет. 400 рублей, 5 штучек. То есть сколько одна стоит? 400 разделено на 5. 80. 80, вот, писать. 80 рублей одна штучка. Этим можно погордиться. Она вот такая вот, небольшая. Капец вообще цены. Знаешь, мне ценно, хоть стоит хоть падай. Ну, конечно, она не вкусная. Я так чисто, знаете, взяла для этого, для красоты. А летняя вкусная. Ой, девочки, знаете, что жду? Черешню. Как хочу черешню, могу. Там была. Где? Замороженная. Не, не хочу замороженную, я хочу свежую. Крупную такую, знаете. Вот такая вот черная. Берешь прям. Очень скоро. Плохо. Что-то прям, знаете, это пару килограмм прям намыть большое блюдо и сидеть, смотреть. Только фу. Как семечко. Ага. Мне ничего не надо, ни чипсы, ничего не надо. Дайте мне черешню. Очень вкусно. Ням-ням-ням. В общем, все вкусно и приятно. А же не надо думать, что я когда-то все показываю и типа хвастаюсь. Ну, кто будет хвастаться курицей или картошкой? Да. Я знаю, кто. Хвастаюсь у курицей? Да. Кто ее никогда не ест. Ну, смотри. Жить, машина проехалась. Псих, шут какой. Ты тормозов, что ли? Это так демократично там. Работают. Ладно. Кофе. Жуть какая-то. Толпа людей, прям по ней грузовик. Да. Что какой-то. Крутить. Блин, знаете, вот человек такой ответственный. А я пока 5 выпусков не сниму, я прям не могу успокоиться. Вот так вот. Трудоголик. Я трудоголик. Вот так вот. Как бы кто ни говорил. Даже на столе. Всегда стараюсь, чтобы было. Трудоголички. Ну? Угу. Несмотря на милое личико, трудоголичка я, трудоголичка я. Угу. Ну, сейчас вам бежал, голодный, ждал, пока я видео запишу. Я ему семечку дала, сидел крыс.
Угу. Ты не будешь, да? Нет. Вот это. Нет, не будешь? Будешь. Что, опять? За кадром будешь есть, да? Что ты ржешь? Я же знаю. Кто ржет? Ты? Я водичку пью. Да? Ну. Нет. Очень вкусно. Я, знаете, вот смешался, получается, как это, сок от курицы, лучка, немножко сметанки, чеснок. А не чеснок, мы, кстати, не клали, да? Или клали? Нет, туда не клали. Был. Был чеснок? Да. А по-моему, не клали. Клали. Уж не помню. Там лук, чеснок. Ой, я уже объелся. Так вкусно. Уж как вкусно. Ой. Кстати, продлили до конца мая. А мне очень понравилось, как наши потроллили вообще. Просто, блин, красавчики там. Для представителей посольств. Он еще слышит. Да там это, башня, короче, не башня, вот это дуло, вот это, короче, сверхнули. Я говорю, мне так понравилось, как там написали. Для представителей посольств, там, что-то там, таких стран. А вот, и других представителей там этого. Вход бесплатный вне очереди. Слушайте, троллинг вообще прям сотового уровня. Я прям не знаю, красавчики просто. Чувство юмора у нас в правительстве прям на высшем уровне. Я поражала. Ну, я не знаю, говорю, организаторы просто. Организаторы. Ну, они же заказ в правительстве. Креативчики, короче, во. Креативчики, красавчики. В общем, здорово. Классная выставка. Интересно, конечно, посмотреть. Было бы. Блин, надо попытаться все-таки съездить туда, в Москву. У нас сейчас, правда, другие дела. Уж пока. Отмазывается, видишь? Да. Вкусно. Ты уже целую ветку винограда ободрал. Ах ты, сука. Ничего. Не ободрал еще. Девчонки, сейчас такой авокадо был вкусный. Вообще. О, вот я разрезала. Который это сравнивает. Мягкий-мягкий прям, знаете, попался. Нежный-нежный. Прям вкус обалденный. Я на ловке большую половину салата положила, а все поменьше. И смешала с авокадо. Немножко лимонного сока и перчика добавил. И пахучая маслица, соль. Салат пушка. Журналист из Германии. Тоже здесь. Ну, пускай. История циклична. Она повторяется. А как спираль? Да? Спираль возвращается обратно. Кстати, вот реально, если знаете кто историю, знает историю, тот совершает очень большие ошибки. И, кстати, знаете, мне всегда вот очень нравилась история. А, китайцы. Обожаю историю. Блогер. Да, я не тиктокер. Вот так вот. Очень всегда любила историю. Всегда изучала. Я, конечно, не буду там, как Вован. Там, дадаты. Он у нас в этом вообще красавчик. Он может даже даты запоминать. Что-то грузит. Ну, история очень интересна. Обожаем исторические сериалы, фильмы. Да. Сейчас пойдем как раз глядеть. Что за фильм? Исторический. Какой? Такой. Какой? Исторический. Прям так называется? Да. Прям так называется. Доктор Хаус, да? История. Исторический. 20 лет ему уже, да? Понятное дело, история. СМЕРШ. СМЕРШ? Новый Доктор Хаус. А, ну понятно. Короче, так оно. Я была права. Я все угадала. Ой, все, пойдем мы с этой красивой тарелкой кушать и смотреть сериал. Всем хорошего настроения. Любим всех, целуем. Все здоровья, счастья, любви, добра. Прекрасного аппетита, ребяточки. Увидимся в следующем выпуске. Пока.